А какой-нибудь мужчина совершал для вас какой-нибудь необычный поступок? Что-то нет, вы знаете, так ждет каких-то необычайных поступков, и пока не было. Ну, представляете, вот вы меня спросили, в голову ничего не приходит, значит, не было. Угу. Замечательно. Тогда что-нибудь романтичное устраивали? Мне? Да. Ну, вот вы меня сейчас озадачили. Романтичное? Да нет, не устраивали. Ну, как, ну, поездки, ну, сейчас это как-то уже и не считается романтичным. Особенно. Понятно. Так, мужчины. Такая красивая женщина не может вспомнить ни одного такого вау поступка. Например, ради нее вы на каком этаже живете? На первом. Легко делать такие. Да, ради нее вы вызвали скорую помощь. Нет. Ради нее вы встали около ее окна, тем более первый этаж. Спели серенаду, ну в конце-то концов, а? Да, уважаемые мужчины. Даже лезть никуда не надо, да? Да. Так что учтите и, увидев эту женщину, быстренько спойте что-нибудь. Пожелайте что-нибудь нашим телезрителям. Ну как, чтобы на все эти вопросы, что я желаю женщинам, на все эти вопросы, которые вы мне сейчас задавали, вопрос, на что я говорю, да нет, не было, не знаю, не помню, не было. Вот какие-то были интересные истории, которые можно было бы вам рассказать. Вот этого я желаю. Ну все, всего доброго, мужчины, давайте вооружайтесь, спасибо. Поднимайтесь, хватит быть под гнетом женщин, в конце-то концов. Мамонта пора уже домой начать носить.